Всем привет! Выехал сегодня на рыбалку в черту города. Сегодня я один. Хочу половить просто на удочку, знаете, для души. Сегодня достаточно ветрено. На той стороне люди ловят сазана. У нас, когда идет волна, сильный ветер, в принципе, рыбалка должна быть хорошая. Вот у нас, я не знаю, почему так. Когда плохая погода, ветрище бешеный, ну, ураганный ветер, рыбка активная. Поэтому я сегодня приехал. У Нурика не получилось, какие-то дела пока решает. Выехал на часика 2, друзья. Сейчас время 4 часа дня, можно сказать. Ну все, всем приятного просмотра. Спокойная, душевная рыбалка на удочку. По насадке я буду сразу использовать червячка, потому что червяк — это лучшая насадка. На карася, на плотву, на подлещика. Такой вот пучочек небольшой отдел, крючок небольшой. Поехали. Глубину я уже промерил, получается, залив не глубокий, где-то 1,30 м поплавок лежит. Буду поплавок ложить на дно, так будет лучше видно, потому что кидаю достаточно далеко. Да, что-то есть. Плотвец залетел. Прям что-то упертое такое зацепилось. Удочка у меня мягкая. Обалдеть, какая плотва. Две плотвички попалось. Сейчас хочу фидер собрать, попробовать, потому что я толком не могу поймать глубину, сколько там. Видимо, там трава на дне опустилась. Я кидаю метр, поплавок стоит. Кидаю, чуть добавляю, в траву попадаю. Меньше делаю, опять в траву попадаю. Не могу понять. Сейчас фидер соберу, хочу на фидер еще попробовать. Сделал простой монтаж. Один крючок. Петля в петлю получается, крючок чуть-чуть побольше, и грузил, вот получается, срезал, потому что фидера мягкого взял, сделал как донную снасть. Также сейчас одену червяка и посмотрим разницу. Просто не могу поймать глубину, сколько там глубина. Трава, везде трава, вот видите, она торчит, там вообще капец, все заросло. И на дне такая же ерунда. 2-3 раза удочку цеплял, еле как вытащил. Не знаю, может, сейчас фидер зацеплю. Зацепы, скорее всего, будут. Но попытка не пытка, хочу вот попробовать. Хорошо червяка такого насаживаю. Прям плотно. Удочку пока на время сдвину. Кидать буду примерно в то же место. Дальше получилось. Там чуть-чуть поглубже уже. 2 метра где-то примерно. Ну и все, ставим фидер. Здесь удобно. Сидушку поближе. Сюда. И смотрим. Вот на удочку там. Опа! Есть. Что-то не крупное. На фидер одна подтяжка была. Я вот сейчас думаю, может, второй фидер поставить сразу. Но это вообще живцовая плотвичка идет. Ну как живцовая? Хорошего такого размера.
зимой на жерлице, конечно, великовато будет, а так, ну, пусть. Если такая клюет, которую я до этого поймал, то тут можно на жареху набрать лучше, чем карасяндрик будет. Опа. Вот, сразу, я вообще не пойму, в чем дело, почему не клюет на фидер. Поплох сразу же. Только кидаешь, вот уже сидит. Опа, о, ребятки, вот это что-то неплохое. Похоже на подлещика или на карасика. Ух ты. Не пойму, себя зацепил, что ли? Да, фидер зацепился. Сейчас будем распутывать. Вот так надо рыбачить, мужики. Одну снасть вытаскиваешь, чтобы вторую вытащить просто с рыбой. Такое бывает. А я хочу еще один фидер поставить. Но придется куда-то кидать подальше. Либо левее, либо правее. Что-то я сегодня себя понять не могу. Хотел на удочку порыбачить. Вроде плотва ловится. Там пару штук поймал сейчас пока. Второй фидер настраивал. Поставил два фидера. Не знаю, может что-то будет покрупнее клевать. Ну, плотва, ну, такая с ладошку, не крупная. Ловится. Получается, на вот этом фидере поставил два маленьких крючка. Там чуть ли не зимних крючка. А вот здесь, о, по-моему... Я вообще ничего не пойму сегодня в этой рыбалке. Два фидера закинул, какая-то одна потяжка была. Молчит. Опять кидаю удочку. Я не знаю, почему так стоят, молчат. Поплох, буквально только закинул, вот поклевка. Что происходит? Даже на хлеб поставил. Все равно клюет. Хлеб с червяком, бутерброд. Опа, там уже сидит. Обалдеть. Я не знаю, я зимой таких никогда не ловил. Либо они зимой не ловятся. Ну, плотва просто зачетная, не знаю. Я даже не думал, что я думал, там карасик какой-то будет ловиться, но никак не плотва. Ух ты, мимо. Ладно. Обалдеть, вот это поклевка, я прям поймал. Вот это да. Сквозь траву пробиваем. Ух ты, какая плотвичка хорошая. Вот это поклевище, блин, с ума сойти просто. Ну, плотва, друзья, хорошая, согласитесь. Вот я знаю, люди вот такую плотву солят. Не знаю, попробовать засолить, нет. Может, что-то да получится, я не спец в этих делах, но надо учиться. Там, смотрите уже, друзья, сколько рыбки-то собралось. Пока в суматохе тут одна камера, вторая камера, блин. Получается, раз их без камеры какую-то плотвичку получается поймать. Какую-то получается записать на камеру. Как-то так. Удочками обложился, блин. Ну, потому что сначала как-то более-менее активно ловилось, сейчас почему-то к вечеру тихо-тихо. Сейчас вот кидаю вот этот фидер прям под берег.
Сейчас вот проверю, если сразу вторая поклевка будет, то буду у берега сидеть. Ну, совсем рядышком. Там глубина метр, не больше. О, поклевка была дальней дистанции. Здесь активнее клюет. Ого, загибает-то как, смотри-ка. Есть, по-моему, что-то. Да, что-то есть, ребятки. Даже надо встать, чтобы не зацепиться. Тоже плотвичка. А, окунек. Первый окунек сегодня. Обалдеть аж. Такая поклевочка была. Палку согнула, блин. Вот так вот. Так, так, не путайся, не путайся здесь. Ну, первый окунек. Кунька я брать не буду. Давайте, гуляй. Опа. Кто-то уже кто-то есть. Кто-то есть. Это клиент. Опа. Подлещик пожаловал на засушку. Нащупал точку, где на фидер примерно 35 метров от берега. Ну, там получается свал какой-то. Постоянно при поклевке цепляюсь за что-то. Скорее всего свал, потому что трава немножко ближе ко мне. И вот после этого свала получается чуть-чуть глубина, где-то 2,5 метра. И вот там начались поклевки. А получается по волкам я до туда не докидывал. Где-то вот здесь на мелике ловил. Но там глубина около 2,5-3 метров. Пробуем дальше. Идем. Время еще есть. Опа! А удочка, как обычно, ловит. Не крупная. Ух ты, блин. Я тут думал, что там такое. Прям еле-еле идет, блин, а это подлещик. Многие пишут то, что это у нас не подлещик, а густера. Да, друзья, согласен, очень похожа рыбка. Но это подлещик у нас нездоровый. Может, здоровые есть, но ловятся вот только такие, такой как бы золотая середина, среднячок. Садочек положим. Опа! Вот там уже набирается потихонечку рыбка. Набирается. Ох ты, нифига себе, блин, обалдеть. Я аж офигел просто, блин, нифига себе поклевка была. Скорее всего окунь, потому что я не знаю. Ну, вот что-то еще там есть. Скорее всего, окунь зацепился. Я обалдел просто, офигеть, блин. Это, наверное, вторая сегодня такая поклевка. Да-да-да, что-то там сидит. Ага, есть. Что-то есть. Траву. Так. Что-то упирается. О, комбо! Это уже две рыбины сразу. Вот так вот, такая вот гирлянда. Поэтому такая, все, вот это в заглот. О, потекла, блин, ё-моё. Плотвичка, по сути, не крупная. Можно было бы отпустить, сейчас попробую, если поплывет. Но она вся в крови, блин, ё-моё. Попробуй. Вроде ушел. Нет, не уходит. Иди, иди. Ну, вроде ушла. Вот эту возьму чуть-чуть побольше. В общем, друзья, я не знаю, я смысла нет уже больше сидеть. Понятно, что за рыбка ловится. А то мы с Нуриком постоянно вот охотимся на сазана. Вот до этого у нас рыбалка неудачная была. Мы двое суток просидели.
получается, и мы не увидели ни одной поклевки. Было жестко, я не знаю, это как. Это просто мы лежали на берегу, спали. Не знаю, тупо спали, тупо лежали, смотрели на эти фидера, на эти спиннинги, завозили как порядочные, на рака, на все, на горох. И нифига. А вот я сегодня приехал, просто взял удочку, два фидера и поймал. Не знаю, просто вот червяков чуть-чуть подкопал хлебушкой. Но я на хлеб практически не ловил, в основе на червя. Давайте посмотрим, что я поймал за 2 часа с небольшим. Так, это чуть-чуть. Я уже фидер один достал. Ну так, тут рыбка чисто посолить, мне кажется. Вот. Вот я поймал. Есть плотвички прям хорошие экземпляры. Сколько? Тут 3 подлещика. 4. 4 подлещика и 5 подлещиков. И плотва вот такая вот хорошая плотвичка. Ну классно, что. Так, для души посидеть. Без всякой прикормки, только червяк. Как бы неплохо. Тут можно и плотвичку начистить, и нажарить, и подлещиков-то засушить можно. Немного, конечно, но пойдет. Все, ребятки, собираюсь. Так я и планировал посидеть 2-3 часа. Ну, просто отдохнуть. Ладно. Такая рыбалка, друзья, не судите строго. Всем пока, всем удачи. Буду собираться и поеду домой.